Если двое живут вместе, это не значит, что они семья. И если дети есть, это еще не делает двоих семьей. А штампы в паспортах подавно. Семьёю пару делает эмоциональная близость. Если ее нет, мужчина и женщина могут жить вместе под одной крышей годами. Растить детей, принимать гостей, родственников. Сами ходить в гости, дарить друг другу подарки. Время от времени даже путешествовать всей семьей, но при этом семьей не быть. Это просто одинокие сожители, которые живут в параллельных вселенных, параллельными жизнями. Сегодня многие рассуждают, как вернуть страсть в отношения, не понимая при этом, что полное исчезновение страсти – лишь следствие, что между людьми исчезла главная – эмоциональная близость. А может, ее и не было вовсе, а сама пара существовала, лишь пока действовал первичный угар, который проходит очень быстро. Оставаться в таких отношениях, баюкая себя тем, что якобы удобно и комфортно, значит прожить жизнь зря.